По неясным мистическим причинам в субботу я энергичен. В субботу я оптимист и надеюсь на лучшее из худшего. И когда я вижу девушку, то даже знакомлюсь, если нахожу какой-нибудь особенный идиотский способ. Девушка, не вас я обматерил вчера в троллейбусе. Я хочу извиниться. Вы не слышали? Я мысленно не вас. Как? Вы не ездите пятым троллейбусом? Колючий взгляд, у нее блестящий пояс и глаза цвета эвкалипта. Холодный ветер, столики кафе, косые взгляды, черные, возбужденные вороны. Зачет по объему теплоэнергоматериала ведению? Как интересно! Еще только начало знакомства, я уже замучился пить этот кофе. Как влезает столько кофе в такую маленькую девушку? Поешь мороженого, моя радость. Если ей надеть красивое платье, она будет выглядеть как девушка в красивом платье. На лестнице ветер раскачивает фонари, я лениво доедаю мороженое и временами говорю гадости. Знаешь, сейчас опасно. Ты не ходи по темным улицам, особенно со мной. Нет, поздно сбегать, придется провожать. Что-то в ней есть, а я сегодня ленив. Было это, как его, ужасно хорошо. Она возмущенно хмыкает, я забыл подать плащ. Я засмотрелся. Этот плащ тебе так идет. Да, в Англии все джентльмены, они пропускают даму вперед. Им не нужно для этого отступать в грязь. А в воскресенье у меня завелся зверек. Он маленький, мягкий, любит играть на диване. А я заспанный, небритый, как душа поэта. Я проливаю кофе, и когда злюсь, говорю все, что она думает, как я о ней думаю. Боже мой, искусство ацтеков, как интересно! Счастлив человек, которого интересует такая чушь. Посмотри на меня, спроси меня, почему мне грустно? Неужели ты не видишь? За окном несутся тучи, шуршит кассета в магнитофоне. Мы с ней думаем об одном и том же. Я о ней, и она о себе. Это счастье. Человек создан для счастья, как страус для полета. Понедельник. Для чего на свете существуют понедельники? В наших глазах медленно догорает вчерашний ликер. И хочется, чтобы завтра нашлись дела. Мы просто все реже удивляем друг друга. Знакомые чашки на шкафу, дом. У каждого человека должен быть дом, чтобы ему было откуда сбегать. Мой взгляд бесшумно, как котенок, тянется к часам. Часы бьют. Какое длинное слово «вечереет». А у тебя глаза цвета эвкалипта. Ты уходишь? Счастливо прощай. Девушка с мягким взглядом, нежным голосом и удивительным даром ломать все, что ею самой построено. Прощай. Извини меня за то, что всегда наступает понедельник. Прощай, научись радоваться пустякам, и тогда уже ничего не сможет тебя огорчить. Прощай, кирпич стены, продавленная кнопка лифта. Мне надо сказать что-нибудь очень хорошее. Я буду ждать тебя. Всю жизнь? Всю жизнь. Тогда надень пальто, а то простудишься. Ветер, длинная лестница на третий этаж и гора посуды, которую надо вымыть до прихода жены.